Бегу по лужам. Опоздала. Ну что за жизнь, проклятый зонт? Зачем? Зачем же я сказала, что буду 8? Вот же черт! А он шутил, что ждать не будет. Шутил ли? Не сходи с ума. Он будет там. А вдруг не будет? Да будет. Я б его ждала. Я опоздала. Нет прощения, нет оправдания. Небеса. Ну дайте капельку терпения ему, чтоб подождал меня. Дорога, поворот, летела, а вот и я. Он стоит весь мокрый, без зонта, мой милый, смешной, небритый, и молчит. Прости. И он вдруг рассмеялся, обнял и прошептал: забудь. Тебя так долго добивался. А сейчас потерпим как-нибудь.